Новые пижамы это сток C&A. Лот весит 5 килограмм. Мужские и женские будут пижамы. Среднего размера пижама М-ка. Мужская, кстати, пижама. Так, размер указан средний. То есть примерно должен быть 48 или 50 получается российский размер. Так, далее. Вот тут в упаковке я уж не стал доставать. Размер указан L. Это, по-моему, шорты, если не ошибаюсь. Большого размера была пижама. Так, следующая пижама у нас женская. Так, размер. Размер указан маленький, это XS. Так, где-то штанишки, вот они, штанишки. XS. Так, есть маечка. Хотя вроде маечка это не совсем пижама, но... L-ка, размер указан большой. Далее 3XL. Тоже мужская пижама, очень большого размера. Пока вот все, что мы с вами видели, полными комплектами. Иногда просто бывает где-то верхняя часть, да, где-то нижняя, а тут все хорошо, есть и верх, и низ. А обыкновенные штанишки, это как белье уж, наверное, да, идет. Размер 2XL. S-ка. Женская пижама большая, маленького размера S-ка, небольшая. Маленькая пижама. Так, далее мужская пижама большого размера L-ка. Так, ну вот я же говорил, да, что не всегда бывает комплект. Вот одиночек, просто рубашка. А далее. Мужская пижама, тут шорты и футболка. Тут на рисунке есть. А, так, S-ка, размер маленький. Это уже женская пижама. Примерно 50 на 50 вроде соотношение женских и мужских пижам. Лот, я уже говорил, да, небольшой, весит 5 килограмм. Это пижамы сток, то есть все новое здесь. Элька, Весбери, это у нас мужская, получается, пижама. Что-то все запуталось. Ну, вот, в общем, штанишки и рубашка. Так, далее. В упаковке большого размера пижама XL. Мужская пижама, по-моему. Нет, все-таки мужских пижам вроде больше, чем женских. Женских поменьше. М-ка это ночная рубашка. Женская среднего размера, то есть примерно 46-48. И последняя пижама из этого лота большого размера. Штаны есть, сама пижама есть. Элька. И на этом все.